Всем привет! Доброго дня! Сегодня буду делать чебуреки на вафельных коржах. Рецепт я получила от подписчика. Такие чебуреки буду делать впервые вместе с вами. Кому интересно, оставайтесь со мной. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, очень вкусно. Начинаем! Для этого обязательно надо вафельные коржи. Вот я купила фарш. Фарш у меня говяжий. Лук. Лук я пропустила через блендер. Добавляем к фаршу. Соль к фаршу. Перец. И все перемешиваем. Фарш готовый. Сейчас будем делать кляр, или как тесто правильно написано так. Молоко. Но подписчик нам сказал, написал, что как на оладьи тесто. Густота была, что соль. И сейчас будем добавлять муку. Тесто тоже готово, густота как к оладьи. Тесто молоко, яйцо, соль, мука. Открываем упаковку вафельных коржей. И на него наносим фарш. Наложим сейчас равномерно. Почему я лук кашеобразный специально сделала, чтобы лук не чувствовал, что крупный что-то равномерно ложилось на пласт. Вот, и сразу же второй пласт вафельный корж накрываем так с другой стороны. С крупными решетками внутрь, а мелкие наверху. Я первый раз я уже вот сделал, и двух коржей получается. И прорезаем. На 4 части. Наливаем масло. Коржи обмакаем в кляре или в тесте. Я еще раз повторюсь. Первый раз. Переворачиваем. И жарим. Прожарили с другой стороны. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас возьму пробу. Очень вкусно. Нереально вкусно. Спасибо за рецепт. Если дома коржи и фарш есть, на быструю руку, а и приготовил. Очень вкусно.